закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Jeep Wrangler. Показываем, что у нас получилось. Так, проклеили багажник. Арки проклеены усиленным материалом. Все предварительно разогревалось в печи. Потом все тщательно прокатывалось валиком. Что у нас? Проклеили в салоне. Видите, все проклеено усиленным материалом. Все это дело у нас грелось на горячую. И каталось валиком. Все, приступаем клеить второй слой.